Здравствуйте! Сегодня хочу с вами поговорить и начать серию уроков о том, кто же такой логопед, а рассказать вам более подробно о данном специалисте. Спасибо большое вам всем за обратную связь. Я получила очень много вопросов. Постараюсь на них ответить. Сегодня мы с вами начинаем череду уроков, видеоуроков о том, кто такой логопед. Я постараюсь вам осветить подробно, понятно данную проблему. Итак, кто же такой логопед? Логопед – это специалист, который занимается выявлением, диагностикой, исправлением различных нарушений речи у детей, взрослых, подростков и пожилых людей. Логопед обладает специальными навыками обучения, тренировки и коррекции проблем у учеников, которые к нему обращаются. У этих учеников нарушены либо отдельно нарушены звуки, слоги, слова или целые даже предложения и фразы. Более того, данный специалист информирует вас о тех методах раннего выявления профилактики нарушения речи у детей младшего возраста, что позволяет предотвратить развитие некоторых речевых нарушений, а при их наличии своевременно провести необходимую коррекцию. Для того, чтобы стать логопедом, не обязательно заканчивать медицинское высшее учебное образование. То есть не обязательно быть врачом. Логопеды обучаются в педагогических вузах, на факультетах дефектологии, где изучают специальные методы, приемы, коррекции, нарушений, с которыми придется работать. Более сложные нарушения устной и письменной речи также работают специалисты, которые, например, работают в медицинских учреждениях. Это связано с тем, что их пациенты перенесли травмы и заболевания, которые связаны с появлением нарушения речи. А также специалисты, которые работают с данными нарушениями, отправляют обязательно своих пациентов на консультацию к другим специалистам. А чем же все-таки занимается логопед? А логопед занимается, как я уже говорила, выявлением, диагностикой и коррекцией нарушений речи, которые связаны с врожденными или приобретенными заболеваниями. В задачи логопеда входит что? Выявление речевого нарушения, определение причины речевого нарушения, разработка специальных методик, программ, которые подходят для конкретного ученика. Они составляют специальную программу, по которой работают, индивидуальную программу. Также проведение коррекционных, развивающих и обучающих занятий, оценка эффективности или неэффективности той работы, которую они проводят, наблюдение за состоянием, да, развития в динамике и обучение различным методам профилактики речевых нарушений. А что стоит отметить? Это стоит отметить, что, уважаемые родители, сейчас я к вам обращаюсь. Если логопед отправляет вас к врачам, а к каким, например, врачам? Он может вас направить к неврологам, офтальмологам, отоларингологам, психологам, стоматологам и другим специалистам. С чем это связано? Это обусловлено тем, что к нарушениям речи могут привести заболевания различных органов и систем, например, органов слуха, органов зрения, головного мозга, голосового аппарата. Поэтому, если вас направляет специалист, пожалуйста, я вас очень прошу, прислушайтесь к рекомендациям специалиста. Пройдите, пожалуйста, диагностику. Какие причины нарушения речи могут быть? Это внутриутробные нарушения развития, врожденные аномалии развития, это, например, дефекты зубов, челюстей, языка, голосовых связок, стрессы и психологические травмы, органические поражения нервной системы. Но сюда относятся, например, инсульт и менингит. Педагогическая запущенность, нарушение слуха.
Вот в компетенцию логопеда входит коррекция нарушения устной речи и нарушения письменной речи. Логопед занимается диагностикой и коррекцией следующих нарушений: дисфония, брадилалия, тахилалия, дислалия, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, дислексия и дисграфия. В следующем уроке я более подробно расскажу вам о каждом нарушении, чтобы вы имели представление. До новых встреч, друзья!